Ну, вы осознаете, что своим маневром вы могли более серьезным последствиям принести? Нет, я посмотрю, что метео, ну вот, впереди, да, поэтому я выехал. Если бы я видел, что если идет, конечно, я не туда бы не поехал. Я видел, что пустой, и поэтому объехал. Там видно сразу, что пусто, я объехал. Потом же тормозил, опять потихо. Принять, я прошу вас быть более внимательным в постановке маневров своих, выбирать, соответственно, расстояние необходимое и не допускать опасность для других участников дорожного движения.